Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем учиться делать вот такого симпатичного зайца для держатель для крашенки. На праздничный стол, когда яйца будут покрашены, очень будет красиво, когда такой заяц, такие зайцы будут стоять все с крашенными яйцами. Для изготовления этой поделки нам нужно два листа формата А4. Вот они у меня есть. Вырезаем квадраты из формата А4. Я уже отрезала. Это мы убираем, это лишнее. Остаются два квадрата. Один квадрат будет изготовлен верхняя часть зайчика, ну а вторая корзинка, куда вкладывается яичко. Берем один квадрат, складываем на уголок. Складываем два уголка. Отгибаем треугольники. Так, убедились, что все правильно, и переворачиваем на другую сторону. Сейчас мы будем делать непосредственно мордочку, поэтому от величины загнутого треугольника будет зависеть размер мордочки. Ну, все приблизительно. Раз, загнули. И носик тоже на мордочке. Загнули, все произвольно. Посмотрели, перевернули. Теперь загибаем бока. С одной стороны и с другой стороны. И один слой, вот тут два слоя у нас бумаги, один слой загибаем. Один слой оставляем, он будет вставляться в держатель. Вот такой уже зайчик получился. Берем второй лист. Теперь делаем непосредственно держатель. Значит, определяем линии сгиба. И загибаем каждый угол к центру. Затем складываем два угла противоположных вместе. Складываем пополам. Это получился у нас держатель. Он будет изгибаться по окружности, поэтому его хорошенечко тут ногтями выправим. Будет вставляться один карман в другой. Вот так вот будет. Так, значит, берем верхнюю часть зайчика, вставляем сюда. Фломастером будем рисовать глаза, нос. Так, вставляем манжет. Вот, вот уже получается зайчик. Сейчас мы ему нарисуем глазки. Реснички, усы, нос,
рот. Ну, все вроде нарисовали. Ну, а теперь вставляем. Вот у нас получился такой вот держатель для пасхального яичка. Яйца я еще не красила, Пасха еще через несколько дней, поэтому я покажу приблизительно. Вот. Ну, лучше склеить, вот это место лучше подклеить. Для того, чтобы лучше держалось. Размер корзины можно варьировать в зависимости от своего желания. Я склеила, чтобы яйцо туго было, чтобы оно не вываливалось. А в принципе можно свободнее, чтобы оно лежало боком. Кому как нравится. Ну, руки еще можно нарисовать, как бы он придерживает свою ношу. Пальцы у меня не очень красивые получились, но ничего. Такой симпатяга у нас получился. Берем яйцо, ну, будет крашенка, поскольку Пасха, для него и делаем для крашенки. Вкладываем осторожно, чтобы не провалилось, поскольку дна нету. И ставим на праздничный стол возле куличей. Ну все, до свидания. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх. Надеюсь, еще когда-нибудь, может быть, что-то сниму. До свидания.